Здравствуйте, зрители и подписчики моего канала. Вы на канале, а жизнь идет своим чередом. Машенька, Машуня, Черняк. Сейчас такой момент произошел. Я начала снимать. А собака бежала, не знаю, засняла я ее или нет, потому что из-за волка. Хозяева не ругались. Вот. Гуляем, пока погода позволяет. Время тоже немножко есть. Вот. Мы находимся с вами в верхней здесь. На верхнем Майском пруду. Красотища. Очень-очень красиво. Наконец я пополнила свой проездной, и поедем мы дальше. Вот направляемся в метро. Ура! Мы с вами в Сокольниках. До безумия нравятся вот эти цветы. Они эти блестят от дождика. Передает камера, не передает, да? И вот такой паутиной накрыли. Крыло. Паутина из травы. Здесь они вот на каждой клумбе. Такие клумбочки. Я даже не знаю, это же не клумбочки. Вот такие красивые. Они есть высокие, а есть низкие. Чудесно, да? Вот вы понимаете, что я не могу пройти мимо цветов. Какие бы они ни были. В каких горшках они не посажены. Я обязательно буду их показывать. Ну, такая цветочница Машенька. Так, лучевые просеки, Малый Розарий, Майский просек, храм Святого Тихона Задонского, симфоническая эстрада, веранда танцев, собачий пруд, туалет. Правильной дорогой идем, товарищи. А здесь такой, стоит такой памятник «Любовь к птицам». Ну, там, где птички, там АА. Ну, вот «Любовь к птицам». Вот такая у нас любовь. И любим их. Их подкармливаем. Вы же видите на моих каналах. Смотрите, кто смотрит сейчас мои каналы, видит, какая у нас любовь к птицам. Как мы их подкармливаем. Как мы ходим. Особенно летом-то они больно находят. Летом, осенью еду. А вот зимой, конечно, это трэш. Но ничего, мы с этим справляемся. Инпарк, детский центр научных открытий. Листьев насыпано ним безумно много. Безумно. Ну, что ж поделаешь. Для этого это и парк. У нас на дороге вот такие ретро-автомобили. Путь держим по указателю. Прекрасный туалет. Я уже как часто, когда попадает, я говорю, физиологический процесс. По дороге нам встретился вот такой ветвистый дуб. Здесь, кстати, очень много дубов. Я уже не один раз говорила, что мы находимся в парке Сокольники. Здесь сюда мы сейчас пришли, называется Собачий пруд. Видимо, наши господа, здесь была соколиная охота. Вы понимаете, очень много собак. Видимо, здесь собак, ну, собаки плавали. Наверное, их здесь мыли. Так вот называется соколиный пруд. Не соколиный, а собачий пруд. А здесь очень-очень большой урожай. Калины. Здесь раздолье собакам, конечно.
так и называется это место. Место собачьего пруда. Смотрите. Да. И пахнет лесом. Лесом пахнет, лесом, лесом. Вот такие ступенечки, засыпанные листвой осенней. Мы поднимаемся сейчас с вами на Майский просек. Гортензии, пихта и остановочки. Устал? Присел. Отдохнул? Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Лайки, лайки, лайки. Вот такие лайки ставьте. Пишите комментарии. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропустить следующее видео. Канал называется «А жизнь идет своим чередом». Машенька, Машуня, Черняк. Пока-пока! Всего хорошего! С вами Мария!